закончилась пробка, да? Типа. Какие домики вот, красивые. Началась. Желтые. Дальше зеленые идет. Речка, что ли, здесь? Ехать. Как речка называется? Речка, речка. Как тебя зовут? Грачевка. Грачевка. Москва. Москва. Какие разноцветные домики стоят. Веселенькие. Ну, домики же. Аэросити. Отель Лига. Отель Лига. Одна половина, видимо, под отель сделана, вторая половина живой. Вообще мы заблудились. Не туда уехали лягушки-путешественницы. Вон Агрант, мимо которого проезжали. А сейчас? Куда мы съехали-то с трассы-то? Когда мы ехали по трассе, ты не тут, ты свернул не туда. Мы проезжали, у нас правда. Ну, конечно, только газельки нам не хватало. Дюрасел у него, видишь, внизу батарейка. Видал? Дюрасел. Мы едем домой. Еще одна газелька. А это мебельный, кстати, вот этот Гранд. Это мебельный магазин. Проедешь мимо опять? Куда едешь? Куда? Трындится, виадуков настроили, сразу пробки были. А эти, что, может, они... Нет, едут вон грузовики. Так, нефть. Деревья посажены, смотри-ка. Эти стволы-то закрыты. Чем-то, видишь? Какие-то южные деревья, видать. Вот так вот. Ой, как земля такое выдерживается, только внизу еще под Москвой метро, да? Нельзя все проваливается. Только не надо нам все проваливаться. Сплошная пробка. Ярославль отдыхает. Ну, конечно, мы с тобой поехали. Не, слушай, мы в прошлый раз ехали-то. Так же, в такое же время. В прошлый раз ехали одни легковушки были сейчас. Ты осторожно, там этот кран. Самолетом стоит. Мы где находимся-то хоть? МКАД? Ярославское шоссе. Так там Шереметьево. Смотри, пожалуйста, стеклышко. Так, 19 километров.
молодец. Что тебе говорить-то? 20 километров. Ну, левый уходит, а левый класс обнижится. А тут все на выезд видно. На заезд. Там машинки едут уже наверху. Спускаются, что ли, сюда же? Да. У нас этот. Здесь все спускается, все наехали. Максимальная скорость 100 километров. А мы едем 10 километров, 20 километров. Что-то там один эвакуатор. Может там авария какая? Что там у тебя нарисовано? Скоростной режим. В общем, не все как у масленицы. В прошлый раз ехали хорошо было сегодня. Сегодня потому что пятница. Везде пятница одинаковая. Все в дому должно быть. Канал имени Москвы. Направо, да? А нам налево, да? С Москвы-то сколько машин? Съезд. Химки право. Дмитров, Друзья. Ну, как хорошо. Ну, вот мы погуляли по Москве. Такие авиадуги. Как автобус или как он называется? Построили. Вправо, значит, в правой стороне лежит. На развилке держитесь левой стороны. Левой стороны. Значит, опять дорога какая-то вот. Расходятся, да, они. Мебель Сити. Слева белый, справа красный.
там встаем. Мне смс-ка пришла. МЧС. Росгидромет. 1 марта на территории Московской области ожидается снег, метель, сильная, что это сильная, сильная гололедица, порывы ветра до 17 метров в секунду, понижение температуры воздуха до минус 10. МЧС рекомендует, будьте внимательны. Вот так вот. Сегодня в Ростове, да? Семивратово. Сколько машин валялось в кюветах. Ну все, темнеет. Мы возвращаемся домой.